оказалось, в зимний период защитные маски носят больше людей. Количество нарушителей масочного режима в Химках по сравнению с летним периодом уменьшилось на 5%. Такие результаты показал очередной рейд по проверке соблюдения антиковидных мер. На системной основе два раза в неделю проводятся выездные проверки соблюдения масочного режима в автобусах и в другом общественном транспорте. С водителями проводятся разъяснительные беседы о необходимости соблюдения масочного режима. Проверяется соблюдение масочного режима в салонах транспортных средств. Как правило, за отсутствие маски в общественном транспорте предполагается штраф в размере 5000 рублей. Но в этот раз рейд носил только информационный характер. Также жителям городского округа напомнили о важности прохождения вакцинации. А прививку от коронавируса вы уже сделали? Конечно, да. Еще летом. Уже ревакцинацию нужно будет скоро делать? Да. Планируете? Конечно. Правильно. Сделав ревакцинацию, да, без маски себя и своих близких. Напомним, что в условиях пандемии необходимо соблюдать масочный режим и использовать антисептики. А для того, чтобы обезопасить себя и своих близких от коронавируса, врачи рекомендуют как можно скорее поставить вакцину.